До выхода на сцену 10 минут. Движение оттачивают до идеала. Девятиклассники сегодня стиляги. Юлия Реус занимается танцами уже 7 лет. В ее коллективе 12 человек, все одноклассники. На балу терпсихоры не впервые. Ну, лично мое мнение, этот конкурс, он не сложный, он больше как идет не как какой-то соревновательный процесс, а больше как для души просто показать, как мы умеем танцевать, ну, просто показать людям наши умения и просто, не знаю, танцевать с душой. Богиня терпсихора уже в 13-й раз собирает танцоров в Доме культуры Захаровский. В этом году порядка 300 участников, 29 коллективов, прибывших на бал, любители. От этого и судить их строго рука не поднимается, признается Жанна Данилкина. Она профессиональный хореограф, председательствует на балу в 5-й раз. Современным танцам. Ну, это веяние времени, это понятно. Мне кажется, даже и руководителям, постановщикам интереснее работать с современной хореографией. Критерии оценки строгие. Судьи обращают внимание на постановку, оригинальность, эмоциональное исполнение и технику. В этом году коллективы отдают предпочтение современному танцу. С большим удовольствием, потому что популяризация детского творчества – это одна из важных задач этого конкурса. Это красота, это движение, это здоровье. Очень полезный конкурс. Бал терпсихоры окончен. Результаты участники узнают только в мае. Но это не беда, считают дети. Впереди подготовка к новым концертам. Поэтому время пролетит незаметно. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».